Привет. Моя бабачина не видела меня 7 часов. Да? Соскучилась по-любому просто. По-любому. А? Моя красавица. Не нашкодила нигде, а? Ну и Будавец сидит, да? Рада видеть, но нашкодила. Нашкодила маленькая. Ну, понятно. Сейчас покажу. Пока надо поласкать, как же она все равно соскучилась, да? Договаривали же. Опять тебя воспитывать надо, да, девка? А? Девоха. Красота. Так, ну что, Копье? Ты открыла ванну. Взяла туда расческу. Все-таки поиграла. И не взяла еще оттуда, пожалуйста, туалетной бумаги. Угу. Когтенку. Носки на кровать. Да тебе прям совсем игрушек не хватает. Ну, больше, я надеюсь, ничего не погрызли. Помада. Жена будет рада. Ну, ништяк, Капелла. Ну, это новый уровень, я тебя поздравляю. Congrats, new level. Прикольно. Ну, хоть, в принципе, другого-то ничего не пожелал. Ладно, это уж так, терпимо. Но так, Капелла, делать нельзя. И ведь ты шаришь, что накосячила, и сама сразу ушки, да, прижимаешь? Виновата. Говорят, хаски, когда косячут, они, короче... Ну, встречаются, там такие ушки прижимают, ну ладно. Да, Копье? Прости, хозяин, погладь меня, да? Ну, короче, когда они косячат сильно... О, ты еще и пакет свой притащил. Забавно. Как косячат сильно, они тебя даже не встречают. То есть... Копьеша. Играй сразу, сейчас скоро мы с тобой наиграемся. Что-то, по-моему, это еще не все. Ну ладно, разберемся. Капелла, не шкодь так больше. Не надо так больше делать, пожалуйста. Пол куртки снял, такой сижу, общаюсь. Маленькая, соскучилась.